Всем привет, друзья! Меня зовут Томас. Сегодня мы продолжаем с вами играть в DayZ, Arma 2 DayZ мод. Я имел в виду, вот. И, ребят, знаете что? Я тут зашел, пытался свалить кое от кого. И этот кое-кто, чертов зомбячий, который находится под вот этим вот вагоном, где-то здесь, кстати, он находился. Черт. Ну, в общем, он загнал меня в угол. Он загнал меня вот на вот эту вот хреновину, с которой я теперь не могу слезть. Вы слышали? Вон он. Чертов ублюдок. Мать ту... What the... У меня... Ай, зашибись. У меня еще и патронов нет. Это так в духе DayZ, а, ребят, попадать вот в такие вот безвыходные ситуации. Так, ладно. Где тут лестница? Надо продолжать валить от него. Хорошо, он на другой стороне, я хотел сказать. Но нет, он ходит сквозь текстурку. Конечно. Конечно. What the... Еда резается на вагонах? Really? Кстати, я не знаю, что это, ребят, но сейчас, когда я захожу... Ой-ой-ой, что это такое? Обалдеть. Всякие камни и деревья, круто. Сейчас, когда я заходил в DayZ, ребят, знаете, сколько народу играл на серваках? Это просто жесть. Я такого, по-моему, в DayZ моде в лаунчере никогда не видел, чтобы столько народу играло на серваках в DayZ. Такое чувство, будто DayZ, не знаю, будто у DayZ мода открылось второе дыхание. Не иначе. Вообще это круто. Это круто. Лучше пусть... Я рад, что люди начинают понимать, что мод намного круче DayZ стендалон игры. Вот, и... И правда круто, что в игру снова начинают играть люди. А мы с вами, ребят, продолжаем наше приключение. В этом... Охрененно недружелюбном мире. Черт, мне бы топорик хотя бы, черт возьми, чтобы отбиваться. Там есть еда, кстати, у меня же еды, смотрите, у меня еда на нуле. А, это вот, это черт, это газировка. Как ты смеешь орать на меня? Закрыть двери. Ты не войдешь. Дружище. Давайте туда сбегаем, вот в эту комнатку. Смотри. Ну, конечно, он не войдет. Конечно, не войдет, блин. Он с удовольствием войдет сквозь двери. Чертовы зомби, а. Чертов DayZ. Надо бы оружие убрать было из рук. Так, ну ладно, они хоть немного задержатся. Немножечко. А я тем временем побегу дальше. Черт. Как их много, жесть. Мне даже почему-то кажется, что легче просто сдохнуть. Хотя, стоп, у меня же правда, у меня же ни патронов, ничего нету. То есть у меня... Я вообще на нуле. У меня есть только SMLE и патронов нет. Все. Да, давайте сдохну. И начнем все заново, все с чистого листа, все круто, все клево. Ну, ублюдок, были бы у меня патроны, я бы тебя уже завалил, ты говно собачье. Ты куда ползешь, фраер? Иди сюда, фраер, убей меня. Я хочу, чтобы ты убивал меня. Я хочу, чтобы вы ломали меня. Ломайте меня полностью. Полностью ломай. Полностью ломай. Ребята. С возвращением в DayZ мод. Итак. Где это мы? Welcome to Days Europa, Thomas. Да. Я постоянно на этом сервере играю. Поэтому не нужно мне говорить добро пожаловать, черт возьми. Я здесь уже свой. Так, а где это я появился? Это похоже... О, черт. Это похоже, что это между... Между Электрозаводском и Березиным. То есть вот эти вот мелкие деревушки. Зомби. Там тоже зомби. Где нет зомби? Куда можно пойти? Даже не знаю, может в Березино прогуляться? Как-то за оружием и все дела. Да, давайте, наверное, побежим в Березино, потому что... Нафиг надо в Электро. Постоянно мы в Электро бегаем и... В общем, потом. Потом побежим в Электро. И, кстати, в Березино могут машины резаться. Чаще всего резаются машины. Я бы даже так сказал.
где-то вокруг Березина. И поэтому мы можем просто поискать машин. В принципе. Поэтому побежали. Ребят. Ребят. Вы тоже это видите? Впереди. Впереди на дороге. Что это такое? Что это такое? Черт возьми, что это такое белое? Это жестко похоже на машину или какой-то непрогрузившийся велик. Твою налево. Хотя я даже не смогу отобрать этот велик, если это велик. Если вообще это какой-то транспорт. Потому что у меня ничего нет, чем можно отбирать. Всякие вещи у других игроков. Ну, я не думаю, да. Я не думаю, что это транспорт. Хотя... Не, ну видели? Он правда, он быстро так пере... это кабан. Черт тебя дери, кабан, иди в жопу. Какого хрена хера? Так, ладно, забежим сюда, в промзону. Наверняка здесь хотя бы топор мы найдем. А там, кстати, дальше и сарайчик. Подождите-ка. А не здесь ли это ли? А, нет, нет, не здесь. Здесь, не здесь. Так, там контейнер. Я слышу мух. Твою мать. Когда его убили, интересно, Винчестер, я, пожалуй, заберу. Дружище, тебе Винчестер уже не понадобится, да, я думаю? Стоп, а у него что-то есть. Дробь, нитки. Магазин на ПМ возьму на всякий случай. И это все. Эх, дружище, дружище, пал смертью храбрых. Побежали дальше, побежали на... Вот и патроны на Винчестер. Обалденно. Ну, насколько я помню, это патроны на Винчестер. Да, так и есть. Шикарно. 15 патронов. Вполне хватит, чтобы постоять за себя, и вполне хватит, чтобы отвоевать какую-нибудь машину. Если мы вдруг встретим ее, топор пожарный! Ой-ой-ойшеньки, ой-ой-ойшеньки, ребята. Обалдеть, просто топор. Стоп. Подождите. Повесить на спину. Да, все. Все, топор есть? Шикарно. Я слышу шаги, это чертовые зомби, они уже рядом. Уже очень-очень рядом. Сдохни, тварь! Все отлично, ребят. Все шикарно. Фух, живем. Но вот теперь я, кстати, думаю, вот куда бежать-то? Куда, черт возьми, бежать? Здесь ведь еда, она очень быстро кончается. И раз уж, кстати, трупак вот здесь, вот сейчас такой, типа, жестко протухший трупак, вокруг которого мухи летают, это значит, что не так давно, да, его убили? Или ничего это не значит? Как бы все-таки нужно взвесить все за и против. Куда бежать там? Если в Березино, то зачем нам нужно в Березино? Что мы там сможем найти? В электро-то мы все найдем себе. Ладно, давайте сейчас в сарай сначала за едой. Нам все дела. Избавимся от зомбячек. Пока что не буду оружие менять, потому что, ну, мало ли, вдруг тут есть какой-то ублюдок. Сидит такой, поджидает нас. Еще патрон на Винчестер. Вижу. Иди сюда, ну патроны, ну... Ну давай же, да... Шикарно. Взяли. На втором что у нас? Пусто, а на этой хреновине. Тоже пусто там. Тоже все пусто, пустая банка, окей. Все понятно, все как обычно, ребят, все как обычно. Просто так, я думаю, тут не найдем себе. Можно было бы, как в Расте, там людей есть. Было бы прикольно. А это патроны на СМЛЕ, правильно? Да. А можно их зарядить, Винчестер? Думаю, нет. Еще топор. Вау, а что... Вау!
Господи, боже мой. Это CZ-550, но, блин, ребят, я... Стоит ли? Я не знаю, с винчестера я круто стреляю, а CZ-550 я не знаю даже. Ё-моё, стоит ли взять? А подождите, а что если я уберу топор и возьму ЦЗ на место топора? А потом возьму топор... Не-не-не-не-не, топор. Повесить на пояс. Да черт возьми! Так. Окей. Ладно. Ага, теперь повесить на пояс. А, черт, видите, она... винтовка винчестер все равно наверх как бы перекидывается. Черт, если был бы рюкзак, я бы с удовольствием взял эту винтовку. Блин. Просто с удовольствием. Ё-моё. Такая проблема, а. Давайте я возьму ее, посмотрю. Что тут за прицел вообще стоит? Ёб твоё, жестко оптически крутой прицел. Ё-моё. Смотрите, насколько он дальний. Мы можем засесть просто. Ё-моё, это же просто шикарно. А давайте я патроны возьму на винчестер, а, ребят? Я думаю, патроны просто заберу на винчестер. А винчестер оставлю, пожалуй, здесь, потому что... Ну, винчестер более популярная такая пушечка. О, господи, как я испугался. Не знаю чего. Винчестер более популярная пушка, мы ее всегда сможем найти, я думаю. И повесить на спину. Конечно же, топорик. Угу. Все. Пусть топорик будет первым оружием, а ЦЗ-шка вторым. Отлично, ребят, отлично. Вот только если в ближнем бою придется стреляться с кем-то, то я не смогу ничего сделать, потому что ЦЗ-шка это... Вы там видели, какой прицел? Хотя, если можно прицел как-нибудь снимать, было бы круто. Ладно, тогда побежали в сторону города. Раз уж у нас есть снайперка, раз уж у нас есть... Черт возьми, у нас есть еще и зомби на хвосте. Просто великолепно. Блин, может ты отвалишь? Пожалуйста. А елочки? Елочки-спасительницы. Если кто не знал, ребят, что через елочки, если пробегаешь, то зомби с большой вероятностью отстанут от тебя. Как будто просто из виду потеряют. Но вот если рядом есть другие зомби, то... Дела плохи наши. Просто бежим. Я, наверное, буду по лесу бежать, если вдруг кого-то увижу. Кого-то. То где-нибудь засяду в лесу. Прицел-то позволяет вот до туда шмалять. Вот до той дороги. Поэтому... Такие дела, ребята. Такие дела. Так. Там вроде как пусто. Черт, увидели. Ну давай, иди сюда. Говна кусок. Давай по-быстрому разберусь с тобой. По-быстрому раз... О, бинты, шикарно, дружище, ты мне принес то, что у меня... То, чего у меня не было. То, что мне пригодится по-любому. Бинтики. Стоп, они у меня были? А, да, у меня было два бинта изначально. Кстати! Смотрите-ка на эту обойму. Если вы помните, мы эту обойму взяли у пацана, который был сдохший. Лежал там в промзоне. Это значит, он воевал с кем-то. Наверное, стоит выкинуть эту обойму. Эх, значит, он с кем-то воевал. Ну ладно, здесь, в принципе, сейчас играет около 30 человек, поэтому... Поэтому да. Воевать тут есть с кем. Опаньки. Это что такое? Позор лом. Заказ в ступу. Окей. А тут есть еще палатка какая-то. Колесо, патру... Ой, ёптво, это чей-то схрон. Так, ну, ладно, колесо.
Оно занимает... Да, колесо как раз-таки... Нет, стоп, колесо. Не-не-не. Нахер колесо, нахер. Заберу свои нитки назад и дробь патроны. Выбросить патроны, дробь, не-не-не. А, я думал, там куча всего, оказывается, там. В принципе, ни хрена нет. Вот здесь, кстати, мы тогда с Саней нашли машину. С Роксом. Как насчет проверить еще раз? Только аккуратно. Нет, ничего нету. Тут ничего нет. Ага. Но радует, знаете что? Что мы очень близко к электро. Так что побежали. Будем держаться вот так вот леса. Лесочка. Ой-ой-ой-ой-ой. Главное, ноги не сломай, дружище. Ничего. Зомби нам не страшны, потому что у меня есть топор, которым я смогу отбиться от всех зомби в мире. Что? Что такое? Видели? Черт. Блин. Мне почему-то казалось, что там что-то вроде, не знаю, закопано. Черт. Да, ну ладно. Обалдеть! Он увидел меня с расстояния, наверное, полкилометра. Чё за херня? Пошел ты в жопу, зомбячий. Черт, еще и догоняет. Шустрый гад. Блин, надо его завалить, чтобы он не палил меня. Давай, беги сюда, ублюдок. Чё ты остановился? Слышь? Еще один. И тебя замочу, дружище. И тебя замочу. И друзей твоих замочу, которых ты позовешь. Если позовешь. Окей. Тут все зомбячие. Хорошо. Как вы знаете, в этой игре нужно бояться не зомбячих. В этой игре нужно бояться людей, которые куда опаснее любого зверя на нашей с вами планете. Лоль. Черт, ребят, нам надо искать с вами... Ну, точнее, мне. Нашему персонажу, короче. Нужно искать какую-нибудь колонку или вроде того, какой-нибудь водоем с пресной водой. Потому что сейчас он скоро будет... Будет вздыхать, уже начнет вздыхать скоро. По-моему, это то место, где мы тогда встретили чувака там. Русского чувака, и потом викинга я встречал здесь. Где-то тут, вроде как. Если сейчас тут... Да, вагончик. Да-да-да, здесь, ребят, здесь. Это значит, что там чуть-чуть дальше будет деревушка. Кстати, начинает подлагивать. Думаю, нужно деревья как-то попроще сделать, потому что... А вот водичка же! Вот водичка! Тут трупов нет? Если тут нет... Да, тут трупов нет. Шикарно, ребят. Шикарно. Если нет трупов, значит вода чистая. Все шикарно. И не заболели, все норм, все круто. Вот. А бывают такие водоемы, кстати, еще с трупами, если вы не знали вдруг. Вот. Из таких водоемов лучше не пить, потому что, ну, там вода заразная. Потому что там трупаки лежат, гниют. Опаньки, вы видите это? Вы это видите, да? Пожалуй, нам стоит быть с вами поаккуратнее, ребята. Смотрите, как он ползет наверх. Потому что там только что я заметил какой-то огонь. Под машинами. Скорее всего, это фаеры. Если это фаеры, и они все еще горят, значит, не так давно здесь были люди. А если здесь были люди, значит, они залутали палатки. А если они залутали палатки, или это просто машины дымятся? Если они залутали палатки, то у них есть куча оружия. Так, зомби. Да, это просто машина дымится. Окей. Так, давайте подальше посмотрим. Ну, там маяк. Слышали?
Говорил же, я найдем на жопу приключений. Есть, попал. Попал в одного. Они знают, что это из лесу. Будут разворачиваться? Нет, уехали. Трусы! Трусы чертовы! Они бы и так, ребят, уехали, но просто как бы я сейчас в одного попал. What the fuck? Твою мать! Где? Откуда? Откуда он? А, вон он! Вон, дружище! Окей, его зомби убили! Лол! Лол, ребята. Лол-лол-лол. Так, ладно, нужно зачистить зомбячих и потом пролутать этого чела. Быстрому. Нет, давайте взять чешский рюкзак. Опаньки. 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 Может, машину удастся отбить? Машина? Хорошо. И она дымится. А я вижу тебя, дружище. Я знаю, что ты тут. Так, я ведь перезарядил винтовку. Ну давай, вылези откуда-нибудь. Он здесь, ребят, видели? Он только что зомби убил. Твою мать, сволота! Сволота, блин! Черт! Ну ладно. Ах, черт с ним. Веселуха, ребят, веселуха продолжается. Черт, какой адреналин. Ух, давно я не играл в арму. Ух, давно, ребята. Все, ребят, возвращаемся окончательно в арму, потому что, блин, какая-то шикарная игра, просто жесть. Фу. Вы слышите, да, сейчас по голосу, что дук-дук-дук-дук-дук, сердце колотится у меня, просто жесть. Ладно, ребят, спасибо за просмотр, я надеюсь, вам понравилось. Конечно, больше половины серии мы снова бежали в сторону Электро, но... Я думаю, стоило повоевать с этими чуваками, просто даже чтобы напомнить мне, что такое арма. Потому что я забыл, сколько я не играл в арму. Я уже забыл, что это такое даже. Вот, ребят. И, короче говоря, да, давайте тут закончим, я думаю. Тут закончим и продолжим уже в следующих видео. Я надеюсь, вам понравилось. Кстати, я сейчас со стороны... А, три долины? Я думал, это каменка. Хм. Ну, по-моему, я со стороны черно появился. Короче, это значит, что мы сейчас пойдем с вами в болото. Ну, точнее, в следующей серии пойдем с вами в болото. Ладно, ребят, это было весело, это было круто. Я надеюсь, вам это понравилось. Я надеюсь, вы скинете это видео своим друзьям, поделитесь им где-нибудь. Я надеюсь, оно вам просто понравилось, это видео, короче говоря. Спасибо за просмотр. Еще раз с вами был Томас. Давайте, до следующих видео. До следующих видео.